А вот сейчас мы уже в казино. То есть в каждом отеле есть как бы казино и, ну, внизу, как бы на первом этаже. Несмотря на то, что сейчас раннее утро, все играют, все, жизнь кипит, гудит. Я не знаю, можно ли тут снимать, мне разрешают, не разрешают, но пока снимаю. Автоматы, рулетки, карты. Вон люди прям с вещами еще в номер не поселились, но уже играют. Инвалиды все играют. Бабушки. Вроде охранник посмотрел на камеру так сурово, но ничего не сказал. Так что продолжаю снимать. Есть, конечно, VIP-зоны, то есть вы можете там купить платиновую карточку и... Вот видите, то есть люди все-все на коляске, но... О, что-то выиграли. Ура, победа. Но не наша. Майкл Джексон. Семейная пара проигрывает все последние деньги. Посмотрите, в основном пожилые люди, да? Вот интересно, да, 4 женщины? А? И у нас будут в России там 60-летние старушки играть? Не будут. Нервничает, курит сигарету, пьет кока-колу. Опять женщины. Молодежи не вижу. Спят еще все. Да, там дальше став. То есть вы можете на ставки на спорт делать. Идут много экранов и такие спорт-казино. Ну, кругом бары, как бы куча баров, ресторанов. Тысячи. Вот этот, чтобы комплекс, наверное, обойти, вот наш отель, только Цезарь Палас, надо потратить полдня. И таких, то есть это не самый крупный отель. Мы идем к магазинам туда сейчас, да, получается? Форум, да, Форум Шопс, это магазины как раз. Вон как раз концерт Род Стюарта. Я был на этом концерте в Сочи. Ну, на этом... Господи, заговариваюсь. У этого исполнителя. Причем мы с моим товарищем случайно забрели к нему в гримерку. Мы пошли в туалет и попали к нему в гримерку и увидели, как он разминается перед концертом. Это было уникальное зрелище. Вот. У него были такие повязки на руках, как у спортсмена. И он так нагинался почему-то. Ну вот мы перешли из одного казино в другое казино. Опять же, в этом же отеле. А, вон, кстати, эти билеты на эти на шоу, на Селин Дион. А что, Селин Дион сегодня, что ли? Так пойдем на Селин Дионскую, а? А, в декабре уже продают билеты, что ли? Вон Тони Беннет концерт. Род Стюарт 19 сентября. Элтон Джон тоже приезжает. В октябре Элтон Джон будет. Им что, карт не хватает здесь, что ли? Он выигрыш на этом автомате. 15 тысяч долларов. Заинтересовалась, да?
Но это ход слот. Но это я не знаю. Это, по-моему, максимально, что может он выиграть. Я в этом не ориентируюсь вообще. С меня плохой игрок. Это магазин сувениров. А вот это уже мы заходим сейчас в зону магазинов будет сейчас. Тут все бренды мира представлены. Только тратьте ваши денежки. Видите, простой народ, абсолютно простой. В демократичной одежде, не без всяких понтов. Америка.